вот этого Евгена Доминатора. Знаете Евгена Доминатора? Да. Ты фальшивка, Доминатор. Всем привет! Меня зовут Евген, и я профессиональный пикапер. В моем подчинении есть ученик, которого я обучил кадрить девчуль. И в этом ролике вы увидите, как у моего подопечного все получилось. Он нашел свою любовь благодаря мне, Доминатору. Мое великое почтение, я бомжара, я алкаш сия. Недавно я ходил на курсы к властелину ловеласенья, пикапенья, Евгену Доминатору. Заплатил ему 300 рублей, чтобы он напустил на меня уверенность в себе, придал эту изящность, обаяние, чтобы я мог кадрить девчонок вообще вот просто на и все, короче. У меня все написано, все запротоколировано. Все надо как делать, все, Доминатор, все написал мне вот на этой бумажке вот этой. И я пикапер натуральный теперь ловеласня, я просто коровая, лохматая вообще, понятно? Первое правило Доминатора – это оригинальное приветствие. Так, сука. Третье правило – если забыл, что говорит, можно подглянуть. Можно подглянуть. Четвертое правило – надо спросить, есть ли у нее парень. А если она говорит, что есть, ты говоришь, а чем докажешь? Пускай доказывает, сука. О, шестое правило, надо сказать, что у тебя есть тачка. Даже если у тебя ни хера нету тачки. У меня ни хера нету тачки, но я скажу, что у меня есть тачка. Вообще по барабану. О, блядь, моя любимая, девятый пункт, мой любимый. Песню надо, сука, во рту пересектынило. Ну и в финале там написано. Бля, я все выучил вообще. В финале написано взять за руку и поцеловать там туда-сюда, блядь. Мое почтение. Здравствуйте. Можно вас на секундочку отвлечь? Да. Я хотел бы с вами познакомиться. Познакомиться? Да. Хорошо, меня зовут Анна. Я просто ходил на курсы ловеласов. А. И вот только ты. Тренируюсь. А, поняла. И как успехи? Вот хорошо, вы познакомились со мной уже. А когда, ну, знаете, чем больше услышите нет, тем лучше, значит, результат будет. А вы мне сказали же да сейчас. Да. 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 Может, у вас есть мужчина, молодой человек? Нет. Нету? Нет. У меня нет женщины. Нету. Долго вы на курсы ходили? Пойдемте туда, в ту сторону, мне надо идти. Ходил на курсы. А вам зачем курсы ходить сюда? А, скромные. Скромные? Скромные. Здесь сердце колотится. Да. На части разрывается. Да? Сердечко все. Да. Да. Долго курсы были один день или там нет? Три часа. Вот этого Евгена Доминатора. А-а-а. Знаете Евгена Доминатора? Да. Да? Ну как там вот ты. Вот. Не решили туда сходить. Да, страх побороть. Ага, вот поборол, вот такой красивой женщиной сейчас вот. Первый раз в жизни вот так вот. Да? Иду с такой красивой женщиной. Класс. Глубокое почтение и взаимное уважение великому, могучему спонсору пропонсировали курсы Доминатора. И там у них в описании ссылки. И свой канал. На канале очень хорошие. На канале
На канале очень хорошие, добрые описания. Может быть, вечерее встретимся? Да. Как свечереет? Свечереет? Да. Не сегодня есть, не только сегодня солнце. Ну, можно. Может, я ваш номер запишу? Ну, запишите, хорошо. А ручка у вас есть? Ручка, может, и есть, сейчас, может, и нет. У меня тут все выписано, как надо, что делать, говорить, да, надо. И что? Да, давайте сделаем по... Первое, привет, да. Оригинальный. Так, хорошо, ага. Сказать, что ходил на курсы, что вы умный. Отлично, так, умный. Если забыл, нужно подглядеть, можно вот в этом. А, подглядели, ага. Так, спросить парень. Так, спросить, да, ага. Если скажет да, чем докажешь. Так, сказать, что у меня есть машина. А. У меня ее нету. Ну, сказать, что можно обманывать. Да, вот так, не, да. Обмануть не нужно. Не надо. С песню спеть можно. Тоже, да? Да. А песня есть в арсенале? Забыл. Все, забыл все. Ну, взять за ручку. А, нет, уж такое нельзя. Ну и там в конце поцеловать. А, ну это же слишком. Номер телефона тогда скажешь свой. Так, а ручка, а где же ручка? Нет. А телефона нет? Без телефона ходить? Почему? Не надо. Без... Вообще нет телефона мобильного? Нету, да. Так, если телефон некуда записать, тогда как мы созвонимся? Может, я вас тогда буду караулить здесь сегодня вечером? Или когда? Вот мы завтра, если я буду ждать вот так вот сидеть. Это тоже было в плане. Это я сам уже придумал, да. Оригинально, классно. Да, давайте так сделаем. Да, можно так. Да. Да, я здесь буду проходить. Когда? Завтра буду часов, наверное, так пошло. Где-то в 17:40 я буду здесь проходить. Я буду ждать. Хорошо, договорились. Все, до ног, удачи. Спасибо. Потренируюсь, может, еще. Прикосновение. Пока. Ну, короче, схема доминатора почти сработала. Завтра край одна будет ждать меня в четверг в 17:40. Доминатор, спасибо огромное! И подписывайтесь на его канал Негодяй ТВ с превеликим удовольствием. Спасибо доминатору, что ты сделал из меня уверенного, мудрого, честного человека, который может заловеласить, запекарить кого угодно. Доминатор, большой респект и уважение нашему доминатору. Не все так гладко было у этого алкаша. Переходи на канал Вджобыватели, и ты увидишь все промахи этой вонючей бомжары. С вами был я, Доминатор. 300 рублей, блядь, 300 рубасов, сука, никто в щечку не целует, блядь, эти курсы, сука, твои, блядь. Фальшивка! Галимая фальшивка. Ты фальшивка, доминатор! Тьфу, бля! Тьфу, доминатор, бля! Никто не целует меня, сука, в щеки, в губешники, блядь! О, баба!